Приветствую вас на канале Бисеромания. В этом видеоуроке мы с вами сплетем вот такой красивезный браслет лепестки. Делается он довольно-таки просто, хотя на вид кажется, что очень сложно. Но на самом деле все очень просто. Следуйте моему мастер-классу. Для плетения нам понадобится рундели диаметром 4 на 6 мм, леска диаметром 0,18 мм, чешский бисер номер 10, цепочка, замочек, 2 соединительных кольца и иголка. Отрезаем 1 метр лески. Набираем ее в иголку. Первый ряд набираем 6 бисеринок. Опускаем их практически до конца нашей лески. Остается маленький кусочек. И от маленького кусочка мы проходим через весь этот набор. У нас получается вот такое колечко из бисеринок. Это колечко нам необходимо зафиксировать, поэтому мы делаем несколько узелков. Маленький отрезок мы обрезаем, он нам не понадобится. Оставшийся маленький кусочек мы поджигаем, потому что есть вероятность, что узелок распустится. Поэтому я всегда поджигаю, не рискую. Далее мы проходим нескольким бисеринкам. Прячем узелки. Второй ряд, такой набор. 4 бисеринки, 1 рондель и 4 бисеринки. Подходит, кстати, для плетения только рондель. Беконус не подойдет и бусинка тоже. Смотрите, мы проходим в эту же бисеринку, с которой у нас сейчас выходит лесочка, только с другой стороны. Вот таким образом. Для того, чтобы у нас получилось колечко из лески. Далее, третий ряд у нас, мы проходим по 4 бисеринкам по направлению плетения, тем, которым мы только что набирали. Вот так. Четвертый ряд мы набираем 6 бисеринок, опускаем их к нашему плетению. Обязательно они должны быть плотненько так прижаты. Смотрите. От последней бисеринки мы ее отодвигаем и проходим во вторую вот таким образом по направлению от первой. Вот так. Сверху вниз получается. Делаем острый конец нашему лепестку. Пятый ряд. 4 бисеринки. Мы проходим с другой стороны ронделя по 4 бисеринкам, которые у него здесь соответственно есть. Центральную бисеринку мы не трогаем. Вот таким образом затягиваем. И далее, смотрите, мы пропускаем вот эту центральную бисеринку, в нее не входим, а проходим после нее через 5 бисерин. 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким образом, одним махом. И затягиваем. Таким образом наш лепесточек будет еще красивее, подтянутся бисеринки, и он примет свою правильную форму. Немножко переверну, чтобы мне было удобно плести дальше. Далее, смотрите, у нас плетение повторяется со 2 по 5 ряд. Абсолютно одинаковое плетение. Можете перематывать, я еще раз покажу вам, как плести. Набираем второй ряд, 4 бисеринки, рондель, 4 бисеринки. Мы проходим с другой стороны в бисеринку. То есть лесочка выходит вот у нас сверху, а мы проходим иглой снизу, с другой стороны. Вот таким образом подтягиваем. Далее, следующий ряд,
мы проходим по 4 бисеринкам, которые мы уже набрали. Вот таким образом. Четвертый ряд, 6 бисеринок мы набираем. Опускаем эти бисеринки к плетению. Проходим во вторую бисеринку. Вот таким образом. Пропуская первую. Делаем острый конец. Пятый ряд, 4 бисеринки. И проходим также через 4 бисеринки. Вот сверху вниз. Получился лепесточек. Чтобы его закруглить, центральную мы пропускаем. И далее проходим по ходу плетения через 5 бисеринок. Вот таким образом. И затягиваем. Все, ребят, далее у нас плетение аналогичное. Плетем со 2 по 5 ряд необходимую длину. Можете плести браслет, можете плести ожерелье, можете плести серьги. Что вам больше нравится, или целый комплект. Чтобы завершить плетение и сделать вот такую петельку, вам нужно сделать необходимую длину вашего ожерелья, сплести до вот такого ряда и просто с другой стороны ввести иголочку, а на иголочке уже 6 бисеринок. И получится у нас вот такая петелька. Закрепляем лесочку, присоединяем к нашим петелькам наши замочки, и браслет готов. Единственный нюанс, который бы я хотела вам показать, когда вы делаете необходимую длину, вот у вас выступающий листочек идет с левой стороны, то заканчивать нужно изделие, чтобы выступающий листочек был с правой стороны. Затем будет браслет красиво смотреться и не будет перекошенный. Вот таким образом будет соединяться. Сейчас я его соединю и покажу вам. И вот таким образом у нас браслетик смотрится с изнаночной, как бы, да, стороны, которая будет у нас вот здесь находиться. Ну, конечно, результат впечатляет. Браслет получается очень красивым, нарядным, стильным. Можете такой, конечно, браслет подарить, сделать кому-то на подарок. Я думаю, будет вообще замечательный просто презент. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видосом со своими друзьями. Я желаю вам, как всегда, отличного и легкого плетения. До новых встреч. Пока-пока-пока.